Святитель Лука Крымский, гениальный хирург и гонимый священник. Миллионы людей обращаются к нему в своих молитвах. Впервые ковчег с частицей мощей святителя Луки по благословению святейшего патриарха Кирилла покинет на 2 месяца стены Симферопольского Свято-Троицкого монастыря и будет принесен фондом Андрея Первозванного в 17 городов России. У вас есть возможность помолиться у его святых мощей и попросить о самом сокровенном.